Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас обзор на вот такое вот печенье юбилейное глазурь. То есть сразу здесь написано глазурь, не шоколад, а молочное с глазурью. Без добавления красителей и консервантов. Давайте найдем с вами состав. Так, состав здесь есть, но... А нет, это не русский, не по-русски написано. Состав на белом фоне. Это радует, потому что на красном очень тяжело читается. Так, давайте вам поднесу. Если кому интересно, нажмите стоп и прочитайте его. Так вот он выглядит. Так, с этой стороны у нас... А, ничего больше нет. Здесь 116 грамм. И, конечно же, в этой шоколадке, в этой печеньке мы с вами будем смотреть что, как вы думаете? Конечно же, глазурь. Есть ли здесь сверху такая же красивая, ровненькая глазурь? Именно для этого я купила эту шоколадку. Ну и, конечно же, попробуем ее вкус. Так, давайте ее откроем вместе с вами. А вот тут она открывается. Тут даже пометка, чтобы люди не мучились. Ох ты, господи. Она не открывается. Ах ты, какая шоколадка. Печенька, вернее. Слепленные, что ли? Ух ты, батюшки мои. Ну, такого поворота я точно не ожидала, если честно. Все-таки там нарисовано у нас одно. Так, нам понадобится, конечно же, большая тарелка для маленьких печенек. Здесь у нас 1, 2, 3 и 4. 4 штучки всего. Как-то даже прямо это... Странновато. А здесь все-таки нарисовано, что как бы она сверху глазурь, да? А получается в итоге как маленький гамбургер с шоколадкой, слепленный вместе. То есть абсолютно совершенно другая печенька, как будто лежит в этом месте. Но при этом подписанная юбилейная. Ну, я максимум, честно говоря, ждала, что это будет печенька, и просто, ну, как вот тут, в принципе, нарисован. Тут вот она нарисована с шоколадом, и под ней лежит еще одна печенька. Ну, честно говоря, я думала, что это для красоты. Не более того. А здесь в итоге получается абсолютно другая шоколадка. Ой, господи, шоколадка, печенька. Это, знаете, равносильно тому, что вы, допустим, открываете печенье. То есть, допустим, нарисован здесь... Нет, даже, знаете, не с печеньем. С чем же сравнить-то вам? Открываете, например, пачку чипсов, а там оказывается рыба сушеная. Какие-нибудь там мальки сушеные, да? То есть вы ожидаете одно, а видите другое. То есть чипсы вроде тоже соленые, да, рыбка? Но, блин, другое. Не знаю, слеплено, думаете? Опа! Разлепила. С трудом, но разлепила. Ладно. Предположим, что они не были слепленные. Уже я уже даже в шоколаде смазалась, что они лежали как-нибудь вот так. Но все равно шоколады, конечно, здесь отличаются. И здесь даже отличается. И видно, что тут больно и не налипло ничего так. Шоколада довольно маловато. Ой. Да. Давайте попробуем. Так, давайте попробуем тогда сначала... Вот такую вот. Раз уж она слеплена, мне интересно, насколько она кусаема. Вообще она кусаема или нет. Так, я сначала сейчас разломаю. Давайте. Она даже ломается, кстати, довольно тяжеловато. А уж прогрызть ее, мне кажется, будет еще сложнее. Пробуем. Кусаема она действительно сложная. Немножко она все-таки жестковатая.
Тем более плюс две печеньки, слепленные вместе. Все-таки она должна быть помягче, по хрустящей, не знаю. Ну, помягче хотя бы должна быть. Печенье, да, ощущается обычное печенье насчет глазури. Ну, присутствует там чего-то, совсем капелька, может быть, там какой-то аромат. Совсем так вот чуть-чуть. Потому что я сейчас помню печеньки в нашем с вами детстве. Помните, были тоже такие, они были кругленькие, а слепленные две. А посередине была какая-нибудь там начинка, я еще помню, мы отрывали. И там было прям много этой начинки. Ее можно было соскребсти зубами. Она была обалденно вкусная. Сейчас, в принципе, тоже продают такие печеньки. По-моему, даже, может быть, у меня и был какой-то подобный обзор. Или, может, не был, не знаю, даже не помню. Вот, то есть, ну, там хотя бы было начинки довольно много. То тут в итоге открываешь даже вот просто ребенку эту глазурь, мне кажется, даже не соскребешь зубами. Ее особо тут и нету. Вкус шоколада глазури, ну, блин, его совсем мало. Честно, не купила бы шоколадку, если бы знала, что здесь так. Честно. Проще купить, гораздо проще купить обычный шоколад. Ой, господи, шоколад, да что ж такое-то? Обычное печенье, и просто его полить шоколадом так, как вам надо, и там будет действительно у вас много. А здесь вот, ну, согласитесь, она по виду отличается. Она, ну, она реально отличается. Здесь даже дырочки какие-то там, и ее видно, что ее довольно мало. Здесь довольно тонкий слой. Сейчас мы с вами ее сломаем. Ну, здесь прям вообще слой. Слой прям вот тонюсенький, да, видите? Тоненький. Если вы будете делать дома сами, хотя бы на покупной печеньку накладывать шоколад сверху или там глазурь плевать, что угодно, вы польете как следует. То здесь, конечно... Поэтому я все время думаю, почему эту шоколадку никто не покупает? Почему она все время лежит на месте? Везде там по одному, по пять товаров не хватает. А здесь она все время лежит и лежит, никто не покупает ее. Почему? Теперь понятно, почему. Потому что внутри, честно говоря, я шокирована, я в шоке. Я не ожидала так. А напишите в комментарии, будете ли вы ее покупать. Интересно мне, честно говоря, ваше мнение. Обязательно напишите. Мне будет приятно. Напишите отзыв, если вы ее покупали, пробовали. Может, у вас там вообще внутри оказалось что-то другое. Может, мне просто бракованная какая-нибудь досталась. А вам, может быть, достанется вот такая же вот с глазурью, красивая. То есть, ну, в принципе, блин, просто тут фотографии видно, что она красивая, классная, блин, действительно аппетитно. Покупаешь, открываешь, а тут просто не пойми что, совершенно абсолютно другое. Но, в принципе, можно было же сделать вот тут вот фотографию такой печеньки. Можно же было, тут вообще, кстати, неровная печенька. Можно же было сделать, согласитесь, ну, можно же было отрезать ее там, положить друг на дружку там. Не знаю, откусить в конце концов, но делают же фотографии, наверное, где слеплены две шоколад, две печеньки. Делают же, делают. Ну, как-то странно прям совсем. Такой вот у нас с вами был обзор. Напишите свои комментарии обязательно, свои отзывы. Как считаете вы, права, я не права, может быть, я не права. Также смотрите другие ролики, другие обзоры на продукты. Там очень много у меня обзоров с магазина Победа, Светофор, Фикс Прайс, из других обычных магазинов. Также шоколадки, консервы. Короче, там куча-куча всего интересного. Еще у нас будет очень-очень-очень много всего интересного. Обязательно смотрите, обязательно ставьте лайки, пишите отзывы, комментарии. Мне будет приятно. Обязательно подписывайтесь с колокольчиком. У меня ролики выходят каждый день. Также есть влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. И еще много всего интересного на моем канале. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!